Чите сотрудники уголовного розыска задержали группу квартирных воров. На протяжении года трое молодых людей вскрывали читинские квартиры. В ходе обысков у подозреваемых изъяты сотни ключей и приспособлений для отмыкания любых дверных замков. Сейчас домушники арестованы, а полицейские устанавливают, в какие именно квартиры они наведывались. Задержанные к своему ремеслу подходили очень профессионально. К примеру, как считает следствие, при помощи альпинистского снаряжения они проникали в квартиры на 4-м и 5-м этажах. Однако чаще подозреваемые совершали кражи путем подбора ключей или вскрывали замки входных дверей при помощи специальных отмычек. Сотни изъятых образцов отмычек и ключей говорят о том, что участники преступной группы могли открыть практически любую дверь. При этом воры покупали различные замки и перед совершением очередной кражи отрабатывали свои навыки. На представленном замке наглядно видно, как подозреваемые, значит, задержанные тренировались, подбирали, значит, отмычки. Видно разрез замка. Открывали, значит, данные замки. Вот еще, значит, одна модель, маленечко посложнее замочек. Тоже видим разрез замка. То есть, определяя секрецию, да, как бы замка смотрят отмычкой определенные механизмы, как, ну, передвижение. В общем, учились наглядно. Перед тем, как совершить кражу, подозреваемые ходили по подъездам, смотрели, какая дверь стоит в той или иной квартире. Затем, убедившись в отсутствии хозяев, проникали в жилище и за несколько минут уносили негабаритные, но дорогостоящие вещи. По версии оперативников, на счету участников группы десятки квартирных краж. Однако подозреваемые в совершении преступления не признаются. Сотрудники полиции обращаются к читинцам, которые когда-либо в подъездах своих домов видели задержанных молодых людей, с просьбой позвонить по телефонам 92 77 06 и 23 47 77.